Вау, какая красота. Сегодня какой? 23 июля 2012 года. Мы едем с Викаевым парк, нажимались, назагарались. И пошел такой ливенюшка. Хотели поджарить шашлыков, а, к сожалению, все под дождем. Нет закрытых. Как они на чем жарят? Как она называется? Как называется эта штучка? Ну, барбекю. Барбекю. А на русском как она называется? А на русском? Мангал. Мангал. Да. Не на русском, на узбекском. Не важно. Сейчас только 5:30, а темно, как будто уже 9 часов вечера. Ждали, как мы пересиживали дождь. Нет, все-таки дождь пересидел нас. Подмочил. Мами, I've never seen that camera. Нет, кто-то еще не под солнцами ждут. Мами! Нормально, нормально. Нет, ты должен пристегнуться. То, что нормально, это хорошо. Сейчас на трассу выйдем, а перед трассой пристегнуться тут. У нас хорошо. Ты хочешь, чтобы тут Люда остановилась возле полицейского? Тебя туда взяли? Зачем ты меня? Зачем? А ты водитель. Ты у нас кто? Тони, тетя Люда очень хорошая. Никогда в жизни тебя возле полицейского не остановят. Зачем? У нас кто за рулем, тот штурман. Кому все должны слушать. Не пугай его. Ты бы пугаешь, что я остановлюсь. Мы сейчас, знаешь, куда еще пойдем? Мы сейчас еще пойдем по этому маленькому кусочку вот туда. И там олененочки где-то придет. Так что выехать нам надо туда, а мы сейчас сюда в лес поедем. Тошка, поехали в лес. Сейчас мы тебя медведем скинем. Ну ты посмотри на него, ты зачем так на ребенка? А почему он это получил? Мы все пристегиваемся, как порядочные. Тут не надо пристегиваться, тут вон. Я еду 15 минут в час. Мы тут когда-то с Сашей приезжали, тут выжигали лес. Поджигают лес, и вон он весь горит. И трава, чтобы сгорела. Мы ехали, такой дымок везде, деревья горели, там не видели. Такое расслабление, в смысле, не расслабление, а расслабление. Все обалденное. Запах обалденный. Запах был именно вот костра. Я так люблю такой запах. Ладно, сейчас не торопимся, что это вот так. Я когда-то одна поехала, я вышла, конечно, не пошла, потому что мне было страшновато. Такая заброшенная зона, вообще никого не было. А я встречала медведя в телепорте. А я закричала, и он отбежал. Когда кто-то видимо уезжает, а что надо будет выходить на деревьев, как в тумане.
Я бы под дождем, вот я бы жила под дождем. Ой, как я люблю. Он же меня уважает, правильно, Тоня? Мы с тобой друзья. Ты же на меня довести, что я встану. А ты при чем?